Всем привет, это снова я, Макар, или же Roblox Star. И да, мы сегодня поиграем в черепашку Тото, и я сам уже знаю, что я начал довольно часто выпускать видео, поскольку, ну, раз в месяц или два выпускать видео, я вам скажу, тоже не очень. Моему каналу нужно хорошее развитие, поскольку он почти не развивается из-за того, что видео выходит очень редко. Вот я по 2-3 видео в день выпускаю, или могу больше. Просто у меня почему-то вот Omelette Arcade, с помощью которого я снимаю, он почему-то у меня не работает, если я снимаю больше 2 видео в день. Так что приходится мне только 2 в день снимать, иначе у меня проблемы бывают с омлетом. Вот он наш Тото, давно его не видели. Я решил снять Тото, потому что я знаю, что это будет хорошее развитие для канала. Поскольку самое залайканное видео как раз это было с черепашкой Тото. Я понял, что оно вам нравится, и я решил продолжать эту рубрику. Нет, я не удалила эту игру. Просто я стал меньше в нее играть и ее уже забросил. Но я решил снять еще для вас, наверное, ну, серии так 5-6, не знаю. Он хочет играть, но сначала нужно позавтракать. Завтракать мы будем не мороженым, конечно же. О, а тут птички сверху. Так, сначала ему полезных фруктов дадим. Потом бананчик. Ой-ой, упал. Киви. И яблочко. Ой-ой, упал. Ну ладно, надо убрать. Не убирается. Ну ладно, пусть дальше тут валяется. Само уберется. Но все же убираться надо. Да, надо. Он больше не хочет есть, он наелся. Так. Пойдем на игровую площадку. Так, сюда вот бросим мячики. Ой. Все куда-то улетели. И да, это, возможно, детский контент, но я не знаю 100%. Просто мне эта игра нравится. Так, теперь... Да, эта игра не обновляется и вряд ли, конечно, будет обновляться. Но я ее продолжу снимать, потому что она хорошая. Я буду много очень снимать по ней, несмотря на то, что обновления почти не выходят. Даже вообще не выходят. Так, поиграли. Ой-ой, что-то он сонный. Ну подожди, Тото, ты, да, наигрался, но я вижу, что ты очень-очень вот прям грязный. Тебя нужно сначала помыть. Так, немножко горяченькую сделаем воду. Так, нет, давайте из ведра лучше. Так, и твоя любимая игрушка, уточка. Плавающий доктор панда и кораблик. Так, и, конечно же, шампунька для того, чтобы мы тебе помыли голову. Ну и помылили. Ого, Тото, это прям весь в пене. Что-то там, тебе хоть что-нибудь видно? Так, расчесочкой.
помоем его. Ну и, наверное, под конец. Вот. Давай еще немножко попрыгаем с трамплина и пойдем поспим. О, ты захотел фруктов? Ну, давай сначала поспим, потому что ты сегодня какой-то сонный. Я так понял, ты не выспался, наверное, всю ночь играл. Так, закроем, пожалуй, окна. Улиточка. Так, ну. И ложись то-то. Так, закрываем. Ну, типа где-то через 2 часа. Ну, даже больше, чем 2 часа. Просто мне лень именно ждать. Хотя, ну, ему и секунды нормально, чтобы он выспался. Так что вот. Так, с добрым утром, то-то. Так, откроем. Все. Так, поиграй немножко со своей любимой игрушкой. Идем кушать фрукты, которые ты так хочешь. Сначала надо кушать бутербродик, потому что тут есть и овощи, кроме фруктов. Ну, конечно, листик салата тут тоже присутствует. Но он более довольно питательный, наверное. Вот, посолить забыл. Ну ладно, ничего так. Оближи тарелочку. Вот. Так, немного попей. Так, давай тебе дадь один бананчик, потому что мы еще мороженое будем сегодня есть. Так. Я знаю, тут есть новые рецепты мороженого. Вот так вот получилось. Такое вот красивое мороженое. На него блесточки. Вот, красиво очень получилось. Можешь кушать и разноцветное мороженое. Ему понравилось. Так, давай съедим еще немножко обычненького. Вот такого. Так, посыпем шоколадным. Вот такое вот мороженое получилось. Можно кушать. Ты сегодня много кушаешь. Давай я тебя еще накормлю. Ну ладно, не надо переедать много. Это тоже вредно. Так, давай с тобой еще немножечко поиграем и снова спать. Но еще помоем тебя сегодня. И если получится, еще и покормим. Так, заводная мышка. Беги за ней, беги, беги, то-то. Опа, поймал. А мышки нету? Вот так вот. Так, и давай тебя помоем и поужинаем. Сегодня у нас очень горячая вода будет, это предупреждение.
Ну, мы ж только что поиграли с мышкой. Ну, ладно, еще потом поиграем с мышкой. Наверное, тебе очень сильно понравилось за ней гоняться, и ты хочешь еще. Так, сюда давай воду. И давай мышку немножко поиграем. И ужин и спать. Да, обеда нету, потому что в обеднее время мы играли. Ты еще хочешь поиграть, но, к сожалению, уже не выйдет то-то, потому что время уже много довольно. Давай поужинаем, потому что обеда у нас почему-то не было. Ну, так получилось. Нет, не хочешь. Ну, тогда идем поспим. Сначала послушаем музыку и поспим. Так, какую лучше? Вот это вот лучше. Так, ладно. Сейчас мы будем уже спать. Ложись в свою любимую кроватку. Да, ты, я вижу, не особо хочешь спать, но уже поздно. Бери свою звездочку и спи. Ну, а мы заканчиваем. Ну, с вами был я, Роблокстар, или же Макар. Все подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока!